Уважаемые друзья, мы очень дорожим отношениями с каждым из представляемых вами государств. Дания – перспективный партнер для Беларуси, с которым мы намерены развивать более продуктивное сотрудничество. Общая для наших стран задача – поддержка мира и стабильности в европейском регионе. Нам важен диалог с датской страной по этим и другим вопросам двусторонней повестки дня, а также развитие контактов в области торговли, инвестиций и энергоэффективности. Придаем огромное значение укреплению сотрудничества с Испанией. Это подтверждает назначение в феврале нынешнего года первого посла Беларуси в Мадриде. Уверен, аналогичные шаги с испанской стороны по открытию полноценного дипломатического представительства в Минске укрепили бы отношения между нашими странами. Мы способны заметно продвинуться в нашей взаимодействии с Мальтой, которая, будучи относительно небольшим по территории и численности населения государством, играет очень важную роль в Европейском Союзе. Уверен, что наши страны могли бы найти немало точек пересечения интересов, усилить политические и деловые связи, реализовать совместные проекты, в том числе с выходом на рынки других стран. За последние годы нам удалось создать солидную базу для развития и расширения взаимного сотрудничества, связей со Словенией, которая неоднократно на деле доказывала, что является большим другом Беларуси. Мы признательны вашей стране за поддержку нашего стремления к нормализации отношений с Евросоюзом. Стабильно интенсивный, эффективный характер носят контакты белорусских и словенских бизнесменов. Наши деловые круги готовы к новым совместным проектам в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве, строительстве и других сферах. Одним из приоритетов Беларуси в латиноамериканском регионе остается развитие сотрудничества с Бразилией. В фокусе двусторонних отношений укрепление политического диалога, наращивание товарооборота, создание совместных производств. Рассчитываем, что работа посла будет способствовать выводу белорусско-бразильских отношений на качественно новый уровень, соответствующий потенциалу наших государств. Йемен традиционно входил в число основных партнеров Беларуси в арабском мире. К сожалению, контакты между нашими странами были заморожены по причине резкого ухудшения военно-политической ситуации. В деле скорейшего восстановления страны, возвращение ее к мирному ритму жизни, Беларусь готова оказывать помощь, обеспечив поставкой всего того, что производится в нашей стране. Мы открыты для дальнейшего углубления взаимовыгодных связей с Республикой Корея, особенно в инновационных сферах. Мы приглашаем корейских инвесторов для реализации высокотехнологичных решений в Беларуси и укрепления сотрудничества в области образования и туризма. В регионе Западной Африки рассматриваем Бенин в качестве перспективного торгово-экономического партнера. Интересам наших стран отвечает более интенсивное развитие сотрудничества и обеспечение стабильного роста экономики. Беларусь готова предложить вашей стране широкую гамму техники, потребительских товаров, продовольствия, а также образовательные услуги. Ожидаем от бенинской стороны встречных инициатив для совместной реализации. Подтверждаем наш интерес к развитию взаимодействия с Угандой. Видим перспективы в налаживании и взаимовыгодного сотрудничества, в первую очередь в части поставок, хорошо зарекомендовавшей себя на африканском рынке белорусской сложно-технической продукции, а также создание совместных производств в вашей стране. Рассчитываем на содействие нового посла в реализации проектов в других сферах взаимного интереса, в частности, по подготовке в Беларуси квалифицированных кадров для Уганды, сотрудничеству в области сельского хозяйства, здравоохранения, обороны, культуры. Уважаемые друзья, я также хочу сердечно поздравить вас с началом дипломатической миссии в Беларуси. Успехов вам
и всего самого доброго. Очень хочу, чтобы этот этап в вашей жизни был отмечен самыми добрыми эмоциями и событиями. Я уверен, что так и будет. Благодарю вас.